Привет, друзья! Сегодня у нас будет хозблок, и сегодня мы будем украшать банку. Вот я сделал вот такую копилку для Сашки, она не откручивается. Вот здесь вот пластиковая, ну, бутылка была, да, и она оплавила крышку, теперь ее не откручишь. Раньше мы подтаскивали оттуда мелочь на проезд, сейчас это сделать невозможно. Ну и стали задавать мне вопрос, как добиться такого результата, чтобы не было воздушных здесь пузырьков. Здесь ровненько, все хорошо, и воздушных пузырьков нету. Делается это очень просто. Ну, давайте сделаем сувенирную продукцию еще для канала «Я иду». Вот у меня есть такая вот карандашница, да, ну, банка обычная. Я напечатал принты, вот такие вот принты. Ну, уже поврезал, чтобы время не занимать у вас здесь. Вот мы разместим здесь. Наверное, вот так тут сделаем, да? Вот так вот, да, так немножко, чтобы оно было повеселее, да? И вот так вот, уроки воспитания. Ну, для начала нужно вот эти все надписи, их нужно приклеить, закрепить. Сейчас мы с вами этим и займемся. Горячий, осторожно. Для этого мы берем самый обычный канцелярский клей. Да. Сильно намазывать не надо, здесь оно притянется все. А намазываем клеем, чтобы держалось. И потом притянется оно пленкой самой. Поэтому сильно много тут не надо. Сделаем, знаете, в стиле таком не прям ровненько, да, чтобы оно было как-то повеселее маленько. Чтобы не как классическая банка была, а как-то вот так вот. Мы же не огурцы закатывать будем, да? Тем более шрифт используется такой веселый. Так, это у нас был сюда наклон. Сейчас мы сделаем вот сюда вот наклон. Да? Интересно так. Ну и еще одну. Можно было так и оставить, но когда банку мыть начнете, это все послетает. Вот сделаем вот так. Пить хочешь? Ну, мне кажется, нормально. Все, убираем клей в сторону, клей нам не понадобится. Теперь уберем бутылку, примеряем. Вот это все выровняется. Видите, она рифленая бутылка, но мы это выровняем. Концы подплавим, потом они будут ровненькие тоже. Ну и все, и начинаем греть. Кружку надо убрать. Чаек с Казахстана мне прислали, очень хороший чаек. Юха прислал чаек мне. И сейчас еще идет посылка, мне зритель Валентина выслала тоже чай. У нас здесь проблема в России с чаем. С хорошим. Ну, видите, какой гранулированный. Я его пересыпал, чтобы он не терял свои свойства. Кстати, тоже можно сделать этикетку точно так же. Подойдет. Вот тоже будет идеально. Так и сделаю потом. Итак, приступаем. Здесь главное, вот начинаете вы снизу, да, начинаете снизу, и крутите, 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 постепенно поднимаете как бы фен до верхнего уровня. Вот вся сложность, тогда пузырей у вас никаких не будет.
Соблюдаем технику безопасности. Пистолет у нас. Ставим его остывать. Потому что он нагрелся, очень сильно нагрелся. Сейчас я схожу за одной штукой. И мы берем с вами канцелярский нож. И стараемся обрезать ровненько. На горячей все. Тяжело обрезать. Снизу, соответственно, тоже. И дабы у нас были эти ровненькие края, как здесь, как и здесь, мы еще раз подплавляем феном. Итак, вот у нас получилась такая баночка. Видите, косяк какой? Я не дал клею высохнуть. Надо было дать клею высохнуть, и тогда вот этих вот полосок бы не было видно. Но он когда высохнет, его не будет видно. Так, вот такая вот баночка получилась у нас готовая. Теперь мы в ней можем хранить маркеры, карандаши, наши ручки. В общем, все что угодно. Можем смело мыть, сюда ничего не затечет, не подтечет. С вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Рубрика «Хвост», блог. Заслужите доверие и уважение. И у вас все получится.